«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Зараза. Йогошло ауров. Стряхнуть заразу. Йогошло ауровдан котолов. Стряхнуть заразу. Йогошло ауровдан котолов. Глава Башкирии заявил, что в ближайшее время общество стряхнет с себя заразу. Тиден ямгает узы йогошло ауровдан котола. Тип билдирди Башкортостан башлыгы. Глава Башкирии заявил, что в ближайшее время общество стряхнет с себя заразу. Тиден ямгает узы йогошло ауровдан котола. Тип билдирди Башкортостан башлыгы. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».